Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в шпионалочку на сервере на Roleplay, центральный округ. Мы ник здесь Кирилл Путбуло, вы не забывайте о моей регистрации. И сегодня у нас будет интересная серия, связанная с ВЧ, пацаны, да. Будет сегодня у нас проникновение на ВЧ. Но я решил, в принципе, обычным простым способом это сделать. То есть залететь на вертолете. Но для этого нам нужно, что? Бронежилет, маски, если здесь есть, я просто не помню. И нужно закупиться хоть каким-то оружием. Поэтому сейчас мы этим и займемся. В принципе. Так, 24/7 где-то здесь было. По-моему, мы его пролетели, да? Так, 24/7. Ага, вот. Сейчас залетим туда, купим. Тогда получается, может... Не, ну ремку я не буду покупать, хотя... А, не, ремку... Ремка у меня есть. Стоп, где этот... А, вот магазин, блядь. Что-то я туплю, реально. Извиняюсь, сегодня утро, я что-то немножко туплю. Сегодня утро. Охуенно я сказал, блядь. Сейчас утро, поэтому немного туплю. Я, блин, стримил всю ночь, поэтому башка вообще не варит. Ну, так, попробуем так купить. Разное. Бронежилет надо купить. У вас уже есть 5 бронежилетов. Блин, а как его? Как надеть... бронежилет. Какая команда? Так. Мне, надеюсь, ответят сейчас. Так, разные. Яд, шприц, аптечка. А, вот. Армо. Так, армо. Блин. Все, заебись. Так, это мы сделали. Так, купить... разные. Тут ничего больше нету, да, аптечку я не могу купить. Нужен какой-то рецепт. Блин, кстати, надо будет этот рецепт как-то купить. Или что с ним там надо делать. Яд, таблетка, яд. Так. А где тут маску купить? Рыбалка. Техника. Мобильный телефон, радио, фотоаппарат, сим-карта. Аксессуары, маска. Вот, маску. Вы не можете носить более... А, как-то маск. А, во. 10 минут. Окей. Так, давайте докупим еще одну маску. Все, и можно, в принципе, выбираться. Надо еще в столовую заехать, чтобы у нас хп полное было, и в магазин оружия. Самое главное, забыл сказать, я даже бин, пацаны, включил, чтобы отыграть стрельбу, если что. Поэтому уровень, пацаны, уровень, ёпта. Пожалуйста, обязательно поставьте лайк, если что. Потому что давно не было видосиков по родине, я стараюсь выпускать, блин, стабильно и один проект, и этот проект, короче, ну, понял. Так, блин, стоп. Так, что-то не туда. А, дальше находится у нас столовая, сейчас похаваем и, в принципе, полетим за оружием и уже на ВЧ. Надеюсь, нас не быстро слют, потому что я считаю рачина. Охуенно я бежал просто. Так, давайте покушать, купить. Так, нет, нахер мне домой покупать. А, вот, все. Все, у нас полное хп, полная сытность, полный бронежилет. Можно, в принципе, идти в атаку, так сказать. Так, все, мы приехали в амунацию. Сейчас по бурику закупимся оружием. Так, надо брать то, что будет еще издалека стрелять, в принципе. Так. Бита это не нужно нам, в принципе. Кстати, может парашют на туре купить? На туре десантируемся просто, чтобы вертолет не палить, так сказать. Так, это дигл получается. Ну, дигл такой себе. Вот дробаш можно купить. Пару патрончиков. Так. М-ку можно купить. А что тебе здесь шотгана нету? Мне интересно. М4 купим, короче. И снайпу, да, купим. Да, снайпу, короче, купим. Ну и все, в принципе, я думаю. Все, что нам нужно, мы купили. Так. Ага. И дробовик. И парашют у нас тоже есть. Все, можно, в принципе, лететь на
в военную базу. Так, все, я взлетел максимально высоко. Теперь можно, в принципе, падать, я думаю. Так, я не знаю даже, куда приземлиться. Потому что там вояка есть. Давайте, наверное, на ангары приземлимся. Меня вроде не должно видно быть. Так. Там на посту, по-моему, стоит военный. И мне это не нравится. Но их всего двое на ВЧ. Я так посмотрел. Всего их двое. Один, по-моему, на вышке стоит, да? Или где он? Ну, блин, пацаны, за это точно лайк. За проникновение на ВЧ. За это реально просто лайк. Так, а где они тут? Так, стоп. Я лучше карту включу. Так, там кто-то едет. А где тут вояка стоит? Я не вижу просто. А, вон он. Так, что там? Меня ж по идее не видно. Так, у меня есть снайперка. Так, будем ждать, пока он там что-то делает. Блин, ну куда ты мне звонишь? Ёпту налево. Хочешь, чтобы меня спалили? Я не знаю, слышен ли звук телефона. Так, вон я его вижу. Так. Попробуем сейчас его убить, короче. Что-то я попасть не могу. Реально не могу попасть. Так, тут уже много военных на самом деле. А я не могу в этого попасть. Давайте поближе под этот стану. А, во, я, надо на него прицелиться. Так, он меня не видит. Ну ладно, блин, они меня не видят. Где-то еще где-то вояка есть. Я его тоже не вижу. Так, будем аккуратно действовать, короче. Чтобы нас никто не запалил. А где тут еще вояк? А, вон он стоит. Что-то я не попасть не могу. Так, надо сбоку надо стрелять. Окей, окей, блин. Это плотненько, конечно. Так. Но они меня вроде никто не видит, потому что у меня на карте не отображаются. Так, они меня оба не видят, это хорошо. Так, у того, по-моему, хп больше намного, поэтому... А, тут вообще зона ВЧ вышел. Куда это побежал? Непонятно, куда он побежал, конечно. Так, а тут где-то там, короче, стоит. Ну такое, блин. Так, маск. Надевать обратно маску. Сейчас меня запалят и пиздец. Так, да, на карте меня не видно. Так, где он тут стоит? Ага, он там вот стоит. Хорошо. Значит, можно бежать наверх. Там кто-то на машине едет, короче, давайте быстро наверх. Конечно, опасная операция такая, блин, разведочка, в принципе. Где он там бежит? А, он там может бежать. Так, давайте потихонечку. Так, передвигаться. Так, он меня увидел? Или чё?
Так, я не знаю, что он делает. Походу, меня спалили. Походу, меня спалили. Так. Берем дробовик, значит, и бежим. И просто бежим. Из КПП. Так. Че он, блин, лагает? Он ФК вышел просто. АФК просто в бою, дружище. АФК в бою. Так, вон он перебегает. Он нас не видит, короче. Он там все осматривает, но мы уже далеко здесь. Он даже отыграл неправильно. Так, я не в банде, хорошо. Давай сейчас посмотрим, что вообще у них есть здесь. Я просто не в курсе. Просто чуваков умса. Это АФК от смерти реально. По-другому ничего не сказать. Так, ну что, так сделали, все, погнали дальше. Так. Военные меня не видят, потому что у меня маска, если что. Так, тут много, кстати, этих мест, блин, может, у ПГНР будет пойти, чтобы, типа, воровать здесь и так далее. Ну, окей, нормально, блин. Конечно, серичка долго получается, но, блин, я все аккуратно просто делаю, чтобы меня не спалили. Так, это ихний штаб, по-моему, или чё? А, выход на улицу. Встаньте на пикап. А это что вообще? Квартир у них такой или что? Да ё-моё. Алё, Алёша. Во. Это у них тир такой или чё? Так, ага. У них такой склад, типа. А, ну да, тир, в принципе. Не, ну нормально, кстати, у них тир такой нормальный. Прикольный. Так, армейская груша. Блин, круто у них. Я что-то в армию захотел, на самом деле. Как бы это не смешно звучало, но реально захотел в армию. Бум. 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 Промазал, блядь, промазал. Так. Бам. Бам. Не, ну здесь охуенно у них на вычере, реально, мне нравится. Такая трасса у них идет. Бам. Блять, охуенно у них. Реально мне нравится. Просто по кайфу. Вот это у них тренировочная тема, вот это прикольно. Типа ты проходишь такой лабиринт, и где ты убиваешь пару, типа, бандитов. Это реально круто, блин. Я такого не видел еще. Вот. Попался, так, идем дальше. А, ну и здесь у нас тупик, да? Не, ну прикольно, реально, очень прикольно даже. Мне нравится, в принципе, я не жалею, что я на ВЧ попал. Здесь много чего интересного, просто я реально тоже узнал. Ну, батарея в самом по себе интересное место, поэтому... Как-то так. Интересно, как-то бы отсюда выбраться, конечно. По-хорошему. Ну ладно, так, сюда все. Мы выбрались. Реально место охуенное. Так, у меня еще маска есть, это хорошо. Блин, может попробовать какую-то вояку хотя бы одного замочить. Так, вон вояки стоят, короче. Так, отыграем все, если что. Так. Я через забор могу шмальнуть? Так. Так, они сюда бегут? Или нет? Они меня не видят, если что. Лол. Так, минус один. И минус второй, давай. Почти второго слил. Есть. Просто двоих на изях слил. Вот это я красавчик, блин. Я все отыграл, если что. Поэтому не надо тут. Я все отыграл. Просто двоих убил. Бля, это реальная серия, просто по кайф. Пацаны, если хотите еще таких серий, походов на ВЧ, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. I was from the city, she was from the outside, I was from the north.
face outside, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.